Хорошо. Переходим сейчас к вопросам, которые вы подготовили для вашего куратора. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Екатерины. Мужчина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Екатерины. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Серафим. Серафим, приветствуем вас. Вы куратор или учитель? Я друг. Приветствую вас, уважаемый Серафим. Меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит ваша подопечная Екатерина. Екатерина подготовила 10 вопросов для вас. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Подожди, он подошел к ней, взял ее за руки. И говорит, что все, что с тобой происходит, это трансформация. Твоя неуверенность и страх мешают тебе больше всего. Стержень, который я активирую, тебе сейчас поможет. Они были знакомы раньше. Ну, естественно, это ее друг. И они, ну, очень сильно дружили. Хорошо знают друг друга. Много времени проводили вместе. Он рад ее видеть. Они как соскучились, за руки держат. И я прошу прощения за это маленькое отступление. Во-первых, я благодарю вас за эту встречу. Я очень счастлив видеть здесь Екатерину и помочь ей разобраться в ее душе. Благодарим вас, уважаемый Серафим. Если вы позволите, я начну с первого вопроса. Чтобы вас не перебивать, когда вы закончите, скажите, я закончил. Может, вы хотите чуть длиннее развернуть мысль? Я постараюсь. Итак, первый вопрос. Как мне активировать канал общения с куратором, учителем, другом? С одной стороны, это очень легко. Телепатически мы всегда на связи. Я даю много знаков. Я открываю многие тайны тебе. В том числе ты каким-то образом дошла и встретилась со мной. Ты услышала, но в тебе очень много сомнений, как я сказала, с которыми нужно работать, чтобы обрести уверенность. Поэтому без уверенности очень трудно связаться. Твои мысли будут прыгать, а правда это, неправда это. Потом будут приходить третий, четвертый и пятый ответы. И ты не будешь знать, какой правильный, какой нет. И будут идти сомнения. В первую очередь тебе нужно успокоиться и настроиться. Самонастроиться. Стержень я тебе активирую сегодня и расскажу, как он выглядит. Ты должна четко представлять его внутри. Он приносит уверенность и силу, когда он сильный. Сила дает ему твое намерение и уверенность, воля и четкое понимание себя. Поэтому, как я уже сказала, ты можешь связываться телепатически со мной. Первый ответ, который ты услышишь, будет от меня. Но первое, что тебе нужно, это проработать в себе свои страхи и неуверенность. Я закончил. Я благодарю вас, уважаемый Серафим. То, о чем вы сказали, это курс гипнологии, где надо найти ядро блокады, которое, возможно, еще из детства идет. И таким я образом скажу, блокада – это страх так и будущего. Есть. Извини, что перебил тебя. Нет, это вы простите, что я вас перебил. Если вы позволите, я перехожу ко второму вопросу. Пожалуйста. На каком уровне находится мое высшее «Я»? На 9-м. И, как я полагаю, речь идет об ангеле. Какой ангельский уровень? 8-й. 8-й ангельский. Я благодарю вас, уважаемый Серафим. Третий вопрос. Какая цель и задача моего воплощения, в скобках «миссия»? Можно сказать в общем, что твоя миссия – это развитие души. Но я немножко раскрою и вернусь к тому, что не проработав в себе
свою уверенность, не поборов страх, ты не сможешь перейти и получить какой-то опыт положительный, потому что ты его не увидишь из-за неуверенности внутри себя. Нужно идти маленькими шагами и не думать о миссиях, думать о своем развитии, понимании себя, любви к себе, принятии себя. Когда ты пройдешь эти маленькие шаги, тогда откроется что-то большее, то, на что ты будешь готова. Это и есть развитие, осознанность и, можно сказать, миссия души на Земле. Насколько ты будешь готова открыться и развиться, настолько будут широки твои миссии. Я закончил. Я благодарю вас, уважаемый Серафим, за этот развернутый ответ. Позвольте переходить к четвертому вопросу. Пожалуйста. Как мне более успешно активировать и развивать свой энергетический потенциал? Энергетический потенциал нужно накапливать. Накапливать его нужно знаниями, уверенностью, силой воли, пониманием, еще раз говорю, себя и окружающего мира. Чем больше информации ты получишь и проанализируешь, тем лучше ты отделишь семя от плева, понимая и развиваясь. Как я уже сказала, нужно идти маленькими шагами. Информации много вокруг тебя, но не принимай все на веру, анализируй. Не должно быть страха, должен быть анализ. Только анализ ведет правильным путем. Но без обширной информации ты не можешь анализировать. Не бывает черного и белого. Есть много разных цветов. Также информация нельзя кидаться от одной к другой и говорить, что это плохое или хорошее. Везде есть доля правды и везде есть доля лжи. Твоя задача — анализировать и слушать свое сердце. Сердце подскажет. Я закончу. Благодарю вас, уважаемый Серафим. Пятый вопрос. Как мне научиться эффективно защищать свое биополе и очищать его от негативных чужеродной энергии и внедрений? Защищать от чужеродных внедрений можно своим внутренним светом, вставляя защиту. Но если защита пробита, меняя реакции, меняя свои действия, только так можешь бороться с интерферентами нижнего уровня, нижних вибраций. Поменяв свои привычки, им больше не хватит сил и низких вибраций находиться в тебе. Только таким путем ты можешь исправить и бороться с нижними вибрациями. Как я уже сказал, выставляя защиту, свое намерение, делая сильным свой стержень изнутри, расширяя его, ты показываешь свою силу и намерение. Этим защищая тебя от высоковибрационных сущностей, космических интерферентов. Но для этого нужно видеть и понимать, представлять и визуализировать свою силу внутри, выставлять намерения без сомнения. А если есть сомнения, разбираться, почему оно есть, что пугает и как с этим справиться, разбираться в себе. Отвечать на свои вопросы самой, не прыгать с одного на другой. Как я уже сказала, маленькими шагами. Пришел вопрос или страх? Сразу отвечай, почему. Почему страх? Пытайся проработать это сама. Я закончу. Благодарю вас, уважаемый Серафим. Мы рекомендуем не только внутренний стержень использовать при защитах, но и Меркабу, которая нам дана всем. Кроме того, она еще имеет инструмент-манифест, который она должна регулярно читать, тем самым заявляя о своих правах и укрепляя свою волю. Я считаю, если эти три инструмента использовать, это поможет ей в дальнейшем, как и всем помогает. Безусловно, но без визуализации и внутренней уверенности вообще ничего не будет.
Правильно. Я благодарю вас. Мы идем дальше, с вашего позволения. Шестой вопрос. Какие наиболее важные черты характера, по мнению куратора, я должна проработать в этом воплощении для своего духовного продвижения и во благо окружающих меня людей? Все вопросы крутятся возле одного ответа. Я, по-моему, ответила уже на этот вопрос. Два раза, если быть точным. Мне бы не хотелось повторяться. Твоя уверенность принесет тебе новое открытие. Безусловно. Я могу переходить к седьмому вопросу? Да. На какие качества, по мнению куратора, мне нужно обратить внимание для создания гармоничных семейных отношений с мужчиной? На гармонию внутри себя. У тебя нет гармонии внутри себя. А мужчины ищут гармонии, уют и спокойствие. У тебя есть уют, но нет гармонии и спокойствия. Гармония идет от уверенности. Мы возвращаемся опять на тот же круг. Восьмой вопрос, однако, намного интересней и, возможно, ответит на седьмой вопрос. Как правильно и глубоко понять, осознать, что такое любовь к себе? Прекрасный вопрос. И я тоже с удовольствием отвечу на него. Да. Любовь к себе – это когда ты становишься наблюдателем изнутри, когда ты наслаждаешься и медитируешь в каждом моменте своей жизни. На земле очень много суеты, но вы можете остановить мгновение, наслаждаясь моментом здесь и сейчас. У вас много практик, начиная с дыхательных практик, когда вы сможете прочувствовать момент дыхания и удержаться в этом моменте, думая только об этом, наслаждаясь этим. Вы никогда не задумываетесь, что без воздуха и без дыхания биоробот может умереть за считанные минуты и даже секунды. И это первое, без чего вы не можете жить, но вы даже не обращаете на это внимания. Если вы сможете каждый момент медитировать, смаковать, наслаждаться, ваша жизнь будет намного счастливее. В конце концов, вы станете наблюдателем, как вы наблюдаете за своим дыханием, за деревьями, птицами, чашкой чая. Если вы ее пьете, пейте чашку чая и думаете о ней, наслаждайтесь им. Не надо думать ни о чем другом. Достигнув этого, вы достигнете внутренней свободы, любви ко всему вокруг. Вы станете наблюдателем, вы сможете жить в моменте и понимать окружающих людей, животных, и смотреть на мир со стороны с осознанной стороны. Вы поймете, что нет хорошего и плохого, есть ситуации, созданные и ставящие людей в определенное понимание мира. Вы все крутитесь в этой суете. И лишь тот, кто может наблюдать со стороны, прожив в себе каждый момент и доведя его до медитации, простые вещи, начиная с утра, тогда вы сможете находиться и проснуться, и любить себя, понимать себя, принимать и знать, кто вы. Я закончу. Благодарю вас за этот развернутый ответ. Очень интересный ответ. Такие вы аспекты интересные затронули. Очень важные для развития любой души на Земле. Позвольте переходить к следующему вопросу, уважаемый Серафим. Пожалуйста. Девятый вопрос. Из сеанса чистки я узнала, что я недостаточным образом избавилась от эгоизма. Как это можно проработать, это качество? Это простой вопрос. И вопрос этот ты должна задать себе. Самое легкое – это не делать одни и те же ошибки, реакции, а менять их. Прежде чем ты захочешь сделать какой-то поступок или ответить
Нужно подумать, а не делала ли я так уже раньше? А не нужно ли мне что-то поменять? А какой другой вариант, альтернативный, я могу воплотить? Это развернет твое сознание и даст тебе альтернативные виды поведения, которые могут понравиться тебе самой и твоим окружающим. Благодарю. И я благодарю вас, уважаемый Серафим. Переходим к следующему вопросу. Это 10-й вопрос, последний. Какие способности, таланты возможны к активации в настоящем воплощении? В настоящем воплощении будет зависеть от того, насколько ты будешь развиваться, открывать свою душу, накапливать и усиливать свой стержень. Без работы над собой никто не может продвигаться вперед. Биоробот стареет, но люди в развитии остаются на уровне средней школы или института. Люди думают, что это и есть обучение. Они поучились и закончили, а дальше они могут просто жить, не понимая, почему жизнь им приносит удары судьбы, не разбираясь в них, жалея себя, ненавидя других. А еще люди очень не любят ломать свои стереотипы, переходить через свои границы, менять свою точку зрения, даже если она действительно неправильная была. И тут мы опять возвращаемся к эгоизму и куче других таких вещей, от которых любой душе желательно было бы избавиться. Благодарю тебя. Ты назвал именно те аспекты, которые я проговорил, но более мягкими словами. Я благодарю вас, уважаемый Серафим. Последние заключительные слова. Благодарю своего куратора, друга, за поддержку и любовь. Благодарю Влада и Веру, что являетесь проводниками для такой встречи. Вот и нас поблагодарили. Принимаем эту благодарность. Благодарность — это прекрасно. Я лишь хочу активировать стержень. Пожалуйста, это был бы самый лучший момент. Показать, как это делается. И опишите этот процесс. Это очень интересно. Благодарю вас, уважаемый Серафим. Это ангельский стержень со светлыми легкими энергиями внутри тебя. Энергии ангельские поступают с ангельского уровня, твоего 8-го уровня, наполняя тебя светом. Я лишь возьму тебя за руки. Твой стержень начал искриться. Он активирован и заряжен прекрасным светом. Ты можешь представлять это как маленькие молнии, живые внутри тебя, проходящие по твоим чакрам снизу вверх и сверху вниз. Это твой дух, который нужно держать уверенным. Это намерение, которое должно окрепнуть в тебе. Это то, что ты должна обратить глубь себя и понять себя, а не ждать со стороны. Это то, над чем тебе нужно работать, расширяя его до границ вокруг себя и укрепляя свои биополя. Это твоя защита, опора, связь с ангельским уровнем и, можно сказать, оздоровление организма. Ангельские энергии — это как биоробот. В биороботе ты заботишься о нем, ходишь к врачу, наводишь красоту, расчесываешься по утрам и чистишь зубы и много чего другого. Точно так же твой ангельский стержень — это твой внутренний дух, который ты должна развивать, заботиться, представлять и жить с ним, наполняя его уверенностью. Благодарю. Уважаемый Серафим, я благодарю вас за то, что вы ответили на эти 10 вопросов, которые подготовила ваша подопечная. Так как вы уже упомянули слово «благодарность», в нашей комнате диагностики есть очень добрая традиция. Поскольку мы все здесь находимся с крыльями, я думаю, вы поймете. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми ягодами, которые есть на земле. И мы спрашиваем уважаемого друга, куратора Серафима, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу и за его помощь.
Какой замечательный подарок. И я очень рад и удивлен подарками. Совершенно не ожидал, что это возможно. Благодарю вас за это внимание, встречу, и Екатерину за то, что она услышала меня. И надеюсь, будет развиваться дальше. Мы тоже очень надеемся, что каждое ваше слово найдет воплощение, хоть и может со временем. Но вы упомянули все, что нужно и необходимо для развития. Я только могу от себя добавить еще раз 3 раза слово «визуализация», «визуализация», «визуализация» всего, что она делает. Это ключ ко всему. Все остальное – доверие к себе, высокие энергии и вибрации и правильная реакция, эмоциональная реакция на события, которые никогда не исчезнут. Мы можем только изменить наше отношение к этим проблемам и тем самым стать крепче и сильнее, укрепляя свой стержень, свой дух, находящийся в нас. Если позволите. Правильно, а все остальное я рассказал, как маленькими шагами, наслаждаясь каждым моментом, находясь в нем. Находите этот момент радости, это очень важно. Я благодарю вас, уважаемый Серафим, еще раз искреннюю благодарность. Привет ангельскому миру, мы рады всем ангелам, до которых вы достучитесь, которым мы сможем помочь. Это наша работа, и мы с удовольствием ее делаем. Я благодарю вас, до новых встреч. До новых встреч, всего доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Екатерина, мы провели встречу с вашим куратором. Как вы ее оцените? Я немножко в замешательстве. Вокруг меня столько света, и я чувствую эти новые энергии и приток какого-то необычного свечения внутри меня. Замечательная встреча. Я буду помнить ее всегда. Работайте над собой. Куратор всегда стоит на связи. Это ваш помощник. Научитесь с ним связываться. Но обязательно сделайте свои домашние задания, и, как он сказал, шаг за шагом. Хорошо. Будем возвращать вас назад в ваш биоробот для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Екатерины в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Да, я здесь.